Вообще, адронный коллайдер – это удивительно. Но удивительно. То есть мы говорили… Целый месяц уже живем вот с этой удивительным сочетанием букв. Коллайдер, коллайдер, друзья. Нет. Встал. Коллайдер встал. С этой фразы… Натерли. Впервые эротик… Большой адронный коллайдер. Да ладно, чтобы… Сокращенно БАК. Эй, там, на баке, часто кричат физикам. Будете жрать? Нет, мы работаем. Давай, гони молекулу. Кстати, на... Там же физики стоят с секундомерами. Ух, пробежало. Все, давай, Володя, давай, давай, давай. Давай, эти КМС, КМС тебе светит. Вова, давай. Джин, молекула побежала. И тут такая медленная Эльвира. Эльвира, все хуже и хуже. Эльвира, все молекула хлора. Эльвира, похудей! Ты же молекула! Ты уже в коллайдер не влазишь! Остановлен по причине аварии. Аварии из-за чего? Авария? Потому что у российской части коллайдера, где работают русские физики, у них был корпоратив. Один из физиков говорит: ребята, сегодня же ровно 100 дней, как мы работаем. Как на... мы здесь бегаем. Как мы здесь бегаем вместе с позитронами. Может, отметим? Ой. И они пели песню. Адронный коллайдер, мне мама ладанку надела на тело. Ты помнишь, коллайдер, я по тебе иду на дело. Да, ты помнишь. Коллайдер, все мои беды и победы. Адронный, поет хор зайка. Адронный. Вредна ли работа адронного коллайдера для окружающей среды? Не портит ли он экологию? Не портит ли он экологию? Я сейчас представил, знаете, значит, коллайдеры, они там водятся. Сейчас начнем запускать. И так, говорит, у нас остановился коллайдер. Такой стук, дверка открывается, и заходит земляника. Вы, конечно, извините, но пока тут с экологией совсем кранты не настали, вы, может быть, прекратите работу. Там пока все нормально. Я-то что, клубника? Я себе расту и расту. Ну там крот на выпей женится. Всех приглашаем. Гуляем всем коллайдером. Коллайдерчане. Коллайдерчане. Это было в тот момент, когда они пели уже: ты помнишь, коллайдер, все мои бед... Тихо, 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 землянику разбудили. Ты земляника такая, вы тут земляника, так говорит, вы тут спокойно тут с коллайдером, давайте завязывайте. Ну ладно, я пойду, мне еще березу доить. Да, и это был единственный случай, когда Борис Березовский выехал за пределы Англии.